Приглашаю всех в мир цветных рисунков. И сегодня цветными карандашами нарисуем такую маленькую симпатичную обезьянку. Для того, чтобы у нас получилась симпатичная обезьянка, у нас должен получиться хороший эскиз. И поэтому для начала мы сейчас попробуем прорисовать основные элементы портрета нашей обезьянки. Я делаю такую линию немножко под наклоном. Обезьянка наклонила голову. Показываю. Это будет высота головы. Провожу среднюю линию. Но обезьянка маленькая, и пропорции у маленьких детей и у обезьянок другие, отличные от взрослых, поэтому глаза будут немножко ниже центра. Я делаю просто такие круги. Здесь будут глаза. Переносица, потому что у обезьянок они переносицы такие вдавленные. И сразу недалеко от переносицы показываем ноздри носа обезьяны. А потом выходим на губку. И теперь покажем надглазные дуги. Они будут в тени, глаза сидят глубоко у обезьяны. Я просто даю цвет для того, чтобы я увидела все-таки лицо нашей обезьяны. Это очень важно в портрете. Надо первым делом надо выйти на похожесть. Это вот шерсть будет. Здесь морщинки, хоть обезьянка маленькая, у них такие морщинки на лице бывают. И это уже мордашка сама будет. И теперь голова. Просто даю такими штрихами. Я хочу увидеть, как это вместе все будет смотреться. Голова пошире в районе лба, а потом она так сужается. И здесь будут уши. Здесь с одной стороны немножко выше глаза, а здесь будет немножко пониже, потому что голова, вот, надо ее немножко наклонить в эту сторону. И здесь будет уже спина и лапка. Ручка. И теперь мы сейчас просто обозначим получше глаза, зрачки. Хочу выйти поближе к переносице. Оставляю блик света. Мне кажется, расстояние между глазами не очень получилось правильно. Надо его изменить. Получается, обезьянка такая не маленькая. Поэтому я сейчас немножко сотру. И немножко передвину глаза ближе к переносице. Поэтому нос выше уйдет. И губа. И теперь поуже подбородок сделаем. Видите, как с эскизом. Все можно еще менять. Все у нас получится. Эскиз помогает нарисовать красивую картину. Беру ластик. И сейчас немножко сотру наш эскиз. Вот я когда стираю, я сразу вижу, какие пропорции были нарушены. Вот подбородок можно сделать не такой длинный. Форма головы хорошо, потому что черепная коробка будет больше. И даже можно повыше ее сделать. Вот так, наверное, где-то. А вот нижняя часть будет пониже, потому что к тому же обезьянка наклонила голову. И поэтому все будет вот так. То есть вначале играем с эскизом. Будет хороший эскиз, все у нас получится и с рисунком. А в портрете это очень сложно. Вначале надо, конечно, найти похожесть. Вот как только похожесть уловили, в эскизе уже есть похожесть. Все, дальше все пойдет и все получится.
беру светло-коричневый карандаш и сейчас проштриховываю все вокруг глаз. Да вообще всю голову проштриховываем, конечно, не заходим на глаза. И вокруг мордочки стараемся пройти по кругу, оставляя здесь более светлое, хотя она потом будет, конечно, желтоватая тоже. Просто сейчас у нас основная задача попробовать найти портрет обезьянки в этом рисунке, который мы делаем. Это сложно, но у нас все получится. Уши, вот я, да, в принципе, можно, конечно, так вот легко заштриховать и уши все, и даже тельце. Вот она сидит, обезьянка, здесь второе плечо у нее. Мы не будем всю обезьянку рисовать, только немножко покажем ее тело. И после этого можно взять коричневый карандаш. Эта часть будет более темная. И я сейчас вот такими короткими штрихами, как бы соблюдая, что это шерсть, показывая, что это шерстяная обезьянка. И вот спинка у нее немножко повыше, наверное, пойдет. Вот сейчас еще время исправлять. Видите, я такую шерстяную ее делаю спинку. Теперь на голове можно даже сделать такие беспорядочные немножко волосики. И пройдем вокруг глаз, вот где надбровные дуги. Сюда заходим под глаз немножко. И продолжаю штриховать. Я стараюсь не надавливать. Можно немножко показать лучше ухо. То есть здесь ухо, довольно большие уши. А маленькая обезьянка, уши уже большие. Вот я покажу, как они загнулись вот этим цветом. Мне кажется, ухо большое. Мы сейчас его уменьшим. Еще все можно сделать. Еще мы не дали полный цвет. И здесь по краю головы даем опять штриховку для того, чтобы показать объем головы. И можно показать здесь вот эту шерстку по этой дальней руке, по второй руке. И здесь можно показать немножко потемнее. Беру коричневый карандаш, он у меня довольно-таки хорошо отточенный. И сейчас мы прорисуем веки. Зрачки, в которых блик света. Обязательно не забываем про блик света. Веки. Еще тут складка над веками. Здесь вот переносится довольно-таки глубокая, поэтому здесь тень лежит. И опять возвращаемся к ноздрям. Я только ноздри показываю. И потом вот эта раздвоенность, которая выходит на губку. И немножко позначу нижнюю губу. Сейчас просто добавляю опять цвет по объему головы, чтобы она объемная у нас сразу становилась.
То есть я те дальние части, они будут более в тени, поэтому я туда добавляю больше штриховки. Те части головы, которые ближе к нам, они оказываются на свету, и поэтому здесь мы добавляем меньше света, меньше штриховки. Здесь можно показать, что такие волосики нашей обезьянки. И такие даже можно показать. Теперь опять возвращаемся к уху. Покажем темно здесь внутри ушной раковины. Здесь то же самое. Уши рисовать, это только кажется, что сложно. На самом деле надо просто внимательно смотреть на как они выглядят и повторять то, что видишь. Можно же попробовать нарисовать свое ухо. Здесь как можно больше тени добавим. Здесь тень тоже. Ну вот, у нас уже почти получается замечательная маленькая обезьянка. Светло-коричневым карандашом добавляю сюда цвет на грудку. Здесь можно по ушам пройти этим цветом. Немножко сюда добавить. Подбородок немножко затемнить. И под подбородком надо потемнее дать. Я опять возвращаюсь к коричневому карандашу и добавляю сюда эти шерстинками тень. Беру такой среднекоричневый цвет. И сейчас нам надо показать тень. Вот здесь, где глаза, потому что глаза сидят глубоко в глазных впадинах. Нам сейчас сюда добавить надо тень. На переносицу добавляю. Немножко здесь над губой, чтобы показать, как завернулась кожица над губой. И теперь я возьму черным карандашом и добавлю зрачок. Вот обойду вокруг блика света. И вверх покажу. Вот как сразу на нас смотреть стала обезьянка. Низ носа показать только надо коричневым карандашом, конечно же. И немножко добавить сейчас, ну, поиграемся сейчас, добавим сюда цвет, вот где лапа, ручка обезьяне, здесь тень лежит тоже. Стараюсь не линиями проводить, а с такой вот штриховкой. Уже сразу показываю, что шерстяная у нас обезьянка. Показываю шерстинки. Сейчас получше обозначу нижнее веко черным карандашом, так пунктирчиками пройду. И еще раз покажу под веком полоски. И, наверное, надо верхнее обозначить получше. И можно даже красным карандашом чуть-чуть пройти
по верхней губе. Можно добавить просто красный цвет. Здесь же кожа, кровеносные сосуды. Можно добавить немножко красный цвет тоже. И обязательно красным цветом мы добавим немножко цвет в уши. Уши всегда тоже имеют кровеносные. Но они почему-то всегда более красного цвета. И они такие более натуральные получаются, если мы красный цвет добавим. И вот в результате у нас получился портрет такой симпатичной маленькой обезьянки. Оказывается, портрет можно нарисовать. Надо только внимательно смотреть, стараться найти правильные пропорции, сделать хороший эскиз, и все получится. И приходите в гости, рисовать легко и весело, когда вместе, а мы будем рисовать много хороших рисунков.